Автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением подозреваемого с целью проверки документов был остановлен инспекторами ДПС на выезде с автозаправочной станции в Гагаринском районе города Саратова. После остановки транспортного средства оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке сотрудников спецподразделения ГРОМ было произведено задержание подозреваемого. В ходе досмотра иномарки в багажнике полицейскими обнаружено изъято 3 свертка с синтетическими наркотиками массой более 1 килограмма 200 граммов, электронные весы и приспособления для вакуумной упаковки. Установлено, что 37-летний подозреваемый осуществлял транспортировку наркотических средств по регионам Российской Федерации с целью сбыта методом тайниковых закладок. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации.